Администрация муниципального образования «Северский район» провела выездную приемную в поселке Черноморском. Жители поселения могли задать интересующие их вопросы представителям районной и местной администрации и получить разъяснения. Больше всего людей волновало санитарное состояние поселения, ход переселения из аварийного фонда, а также электро- и водоснабжение домов. Каждое обращение тщательно разобрали и постарались найти решение проблемы. По окончанию выездной приемной глава района Адам Джарим подвел итоги встречи. Сегодня больше 10 человек было на приеме, коллеги, 16 вопросов, которые были, значит, рассмотрены. Естественно, вопрос благоустройства, вопрос санитарного состояния, состояние контейнерных площадок, о чем мы с вами постоянно говорим, ремонты дорог, тротуаров. Но то, что мы понимаем, здесь много что запущено. В следующий раз выездная приемная администрация муниципального образования «Северский район» посетит Григорьевское и Смоленское сельские поселения.